Па сцягах у фае можна вывучаць геаграфію форума. Статус Брэста ў якасці культурнай сталіцы СНД і гаспадара асамблеі ўдвая знакавы. 2019 аб'яўлены ў краінах садружнасці годам кнігі. Очень приятно, что город Брест посетили практически руководители национальных библиотек со всех стран СНГ. Приехали представители Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, с Российской Федерации. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества. Поэтому, конечно, данное мероприятие очень полезно. И я думаю, что будут выработаны какие-то конкретные пути сотрудничества в библиотечной области. На парадку форума пытанне доступности информации, минулое и будущее библиотек краин содружности, актуальность друкованных книг у сучасной информационной просторы и вызначение роли книжных коллекций у формирования интеллектуальной культуры. Как правило, мы получаем информацию от электронных источников информации, там, через компьютеры, через интернет и так далее. Но все-таки книга – это тот источник, который должен, можно почувствовать, можно посмотреть. Это другие ощущения, другие эмоции, это другое вообще чувство восприятия даже информации. І зноў абласны цэнтр атрымлівае знакавыя падарункі. Ад дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь электронныя копіі кніг брэсцкага магістрата 1623-1626 гадоў. Ад буйной беларускай страхавой кампаніі факсімільнае выданне брэсцкай біблії. Копіі былі зроблены з арыгінала, які знаходзіцца ў Торынскім універсітэце. Адна з 11 факсіміля будзе знаходзіцца ў нацыянальнай бібліятэцы, астатнія 10 трапіць у фонды музеяў і бібліятэк абласнога цэнтра. Праект действительно довольно уникальны. Сегодня это в истории современной Беларуси первое такое крупное издание, которое насчитывает больше 1500 страниц. Оно весит больше 15 килограмм. И это является точной копией оригинала Берестецкой Библии. Там воспроизведен переплет, специальная бумага. Бумага тоже заказывалась за границей, чтобы сегодня эти факсимильные экземпляры были именно рабочими. То есть не музейным экспонатом, а именно рабочим экземпляром, к которому могут прикоснуться гости города, жители города. Подчас ассамблеи так само отбылась экскурсия у Брестскую городскую центральную библиотеку имени Александра Пушкина и театрализованная акция. Евгения Мороз, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».